Приветствую, друзья мирмикиперы, которым еще интересно, как развиваются мои колонии. После долгого отсутствия могу рассказать про наших мессерструктор, драгоценных, знаменитых. Благодаря амадинкам у них очень много еды, очень много отходов и очень... А что это? Это все, что у них осталось, да? И очень много запасов. Ну, все остальное они попрятали в гнездо. Но потихоньку, полегоньку развиваемся, бросаем им белковую пищу в виде таракашек. Тараканов, к счастью, очень много. Небольшие перестановки у нас. Пошли они в уголок, хотя, не знаю, будет прохладненько. Туда бы лучше формика засунуть. Ну, ладно. Что у нас в гнездышке? А в гнездышке у нас запасики. В гнездышке у нас таракасики, мурасики, забегасики и все, что хочешь. Так, что там у нас? Видно там, не видно? Что-то она у нас слабо, вот она, о, королевишна показалась, какая умничка, попу свою там, мелькнула попкой. Ну, во всяком случае, потихоньку, полегоньку, у меня там чаек закипает, кофеек. Расплода что-то не вижу, вот расплод, потихоньку, полегоньку они у нас развиваются. Не бурно, но что-то из них добудет. На этом все, спасибо за просмотр, до побольшения.